Ну, здравствуйте, ребята. У меня для вас куча новостей. Очень много произошло за это утро. Буду сейчас рассказывать. Сегодня по плану в 6:30 утра я должна была уплыть из Бола Сплит. Я приехала в порт, но оказалось, что погода не очень хорошая. Плюс... Нет, она не то чтобы не очень хорошая. Это было очень страшное явление. Я такого еще никогда не видела. Волны, гроза, ветер. Я решила остановиться, потому что очень жарко. Так вот, поехала домой, легла спать. Проснулась, попросила вызвать повторно такси. Угу. Да я уже тогда подумала, что что-то здесь неладное. Возможно, обо мне позаботились. Ладно, едем дальше. В итоге подъезжаю я к кассе. И в процессе моего ожидания в очереди вывешиваю табличку. Билетов нет. Ну, я купила билет на следующее утро. 6:30. Но завтра. Чему учит эта ситуация? Как вы думаете? Кстати, посмотрите на эту тему. Фильм «Меняя реальность» с Мэттом Дэймоном и, ну, не помню, как зовут эту актрису. Картина иллюстрирует о том, что есть нечто большее и выше, и сильнее нас. То, что руководит нашими обстоятельствами, событийным рядом. И забавно, там интерпретация нашего, скажем, наших вариантов действий интерпретируется через предмет, через книгу. Для них это просто книга. Они стоят такие, так, подождите, что-то здесь пошло не так. И начинают менять обстоятельства для того, чтобы развести людей или, наоборот, свести во имя какой-то цели. Ну, к примеру, меня свели с одним человеком с теми эмоциями, которые я смогла испытать, и развело. Вот буду наблюдать, что это такое, как с этим жить, чему учит эта ситуация и чему учит моя реакция на то, что произошло в процессе. Но мне нравится то, что сейчас происходит со мной. Я сумками блуждаю по стране Хорватии в ожидании чего-то нового постоянно. Благополучно нашли какой-то бьюти-салон гостиницы. Нужно мои ноготочки привести в порядок. Попробуем. Как вы думаете, что это такое? Это тесто или это изнута? Что это такое? На вкус напоминает картошку, но, ну, конечно же, это не картошка. Какие-то тефтели. Только что сказали мне, что это какой-то ньюки. 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 Национальное блюдо. Паста, то бишь тесто, соединенное с картофелем. Короче, очень калорийно.